самого утра Мальвина Александровна в приподнятом настроении. Для нее и ее соседей по дому престарелых Масленица – один из самых любимых праздников в году. В эти дни она поет и танцует наравне с молодежью. Женщине хоть и исполнилось 87 лет, держит она себя в форме. Ежедневно совершает прогулки по 4 километра. И вот сейчас хочется, хоть тяжеловато, одышка, сердце болит, давление, но все равно хочется, не хочется просто быть пассивной, хочется быть активной. Мне кажется, я дарю радость не только себе, а и окружающим. Во дворе играет музыка, пенсионеры вспоминают частушки и как могут принимают участие в гуляниях. У нас каждый месяц проводятся десятки событий культурных и здесь, и за пределами. В общем-то, культурно-досуговая жизнь достаточно насыщенная. Праздник организовали в рамках проекта «Старшее поколение». Он направлен на то, чтобы в пожилом возрасте люди оставались здоровыми и активными. Проект, объединяющий несколько поколений. От самых юных, постарше, волонтеры, которые совершеннолетние, но очень молодые люди все равно, 18-25, где-то примерно, и совсем старшее поколение. Участники мероприятия достойно проводили зиму и встретили весну. В завершении Масленицы, по русской традиции, каждый угостился блинами с ароматным чаем. Кирилл Гребеняк, Павел Третьяков, ТВ 21+.